Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый сезон «Беременна в 16». Сколько мне людей писали: Чент, будет реакция? Вот, ну, выходит новый сезон, будем ли мы смотреть на наших новых беременных? Ну, конечно же, будем. Давайте, в общем-то, не откладывать долгий ящик. Если вы этому рады, просто буду благодарен за лайк под видео. Можешь писать какой-то хороший комментарий. Ну, а если кому-то очень хочется сделать Ченду приятно, то вы можете стать спонсором моего канала по ссылочке в описании. Но это как бы так. Если очень кто-то хочет. Но это никак не отменяет нашу новую реакцию. Ну что, давайте, мы начинаем. Понеслась. Стандартная наша заставочка. Привет, меня зовут Алина, мне 16 лет, я из Санкт-Петербурга. Петербург – это вечно шумные улицы, толпы туристов, которым все интересно. А вот мне, рожденной в этом городе, жизнь в Питере кажется скучной. Мне не нравится жить в Питере, потому что тут мало, мне кажется, всего интересного и мало... Не, ну с Дубаями, конечно, сюда... С чем она сравнивает? Чем можно позаниматься. Вообще, я бы хотела переехать в Чехию, потому что там очень красиво и там хорошее образование. Но пока это просто мечты. Сейчас я вообще... Я вижу шикарный ремонт, лофт. А где розетка? Что за дырка в стене? Там когда-то должна была быть розетка, да? Вижу, кот есть у нас. Ну-то так, ладно. Вообще не учусь и не работаю. Живу с мамой и отчимом. Мою маму зовут Светлана. Ей 30... Подождите, стоп, не учусь и не работаю? Ну, ты не учишься не потому, что ты беременна, а ты до этого уже не училась. 33 года. Она работает администратором сервисного центра в строительном магазине. Получает 60 тысяч рублей в месяц. Мой отчим дядя Коля, грузчик. Какая у него зарплата, я не знаю. Но деньги он в семью приносит. На жизнь нам хватает. Чем я занимаюсь? Сижу дома. Аля, посуда? Комната. Какой интересный быт. Ну, я не знаю, мне бы, наверное, скучно было бы просто дома сидеть и не учиться, и не работать, и просто дома. Это еще раз-то мы сейчас говорим о том, что не просто она беременна, типа сейчас с ребенком занимается, то есть она до этого ни хрена не делала, правильно я понимаю? С собаками. Может быть, я тебе позвоню, в магазин сходишь? Ладно. Может Школу быть, я да? не закончила, после 8 класса бросила. Сначала просто перестала туда ходить, а потом и документы забрала. В школе мне никогда не нравилось. Учителя относились ко мне предвзято. Понятно. Там а так можно было, моя да? моя мама, и они, наверное, думают, что я такая же на кукуху поезженная. Мама учителям много неприятностей доставляла. Уроки срывала, с одноклассниками дралась. А когда ее в 7 классе за неуспеваемость на 2-й год оставили, она в отместку в женском туалете всю раковину шваброй разбила. Неуправляемая. Угу. То есть я уже делаю вывод, девочка у нас будет тоже с характером, да? То есть я все вся в мать и так далее. А мать тоже школу не закончила? Моя была. На меня повесили ярлык, потому что думали, я буду такой же, как и моя мама. А я не такая. В 14 мама познакомилась с парнем, который был ее старше на 4 года. Он и стал моим отцом. Я появилась, когда маме исполнилось 16. Типа беременна в 16 во втором поколении, да? Моя бабушка по маминой Точнее, мать беременна в 15, если в 16 родили. Не, Людмила Ивановна. Настояла, чтобы они поженились. Но их брак продлился недолго. Мне и года не исполнилось, когда родители развелись. Он гулял ночами, приходил, ему там что-то казалось, что я ему изменяю и забьет меня. А я боялась маме сказать, мне было стыдно. Проигрывал все в автоматы, что зарабатывал. Пожили. А что так брови ушли? Я так смотрю, прям аж вот сюда как-то. Потом развелась. Когда мне было 2 года, у нас в доме появился дядя Коля. Коля знал, что у меня ребенок. Не было ни вопросов, ничего. И Алина быстро к нему привыкла. Я работала, он с ней там гулял, когда не работал. По магазинам ходил там. Учил ее защищаться. Он и правда ко мне хорошо относился. Дядя Коля, а ты как мужик в семье, ну тебя не смущает? Типа, у тебя сзади как бы розетка вырвана. И это... Согласен-то. Я думала, что у нас нормальная семья. Я тогда не знала, что дядя Коля зависим от наркотиков.
Он и маму на это дело подсадил. А когда я в первый класс пошла, мама и вовсе ушла из моей жизни. Ее посадили в тюрьму. Тут вообще трэш. Еще и мать сидела. Хотела, чтобы ребенка все было, и начала торговать наркотиками. Поймали буквально там через полгода меня и осудили на 3,5 года. Дядя Коля сначала нам с бабушкой помогал, но потом и сам сел. У меня 158-я кража, мошенничество. Наркотики вот это, и вот все. Так вот все сложилось плохо. Мой родной отец тогда хотел меня забрать к себе. Ладно, согласен, розетки — это вообще мелочи. Тут как бы посерьезнее дело. Тебе, но бабушка не отдала, лишила его и маму родительских прав, оформила опеку и сама занялась моим воспитанием. Помогала мамина подруга, крестница бабушки, тетя Алена. Мы в тот момент решили с Людой работать 2 через 2, чтобы в какой-то период я могла сидеть со своей дочкой и с Алиной. В какой-то момент, чтобы она могла забирать девочек, с ними сидеть или ездить там к нам на дачу, чтобы дети там на природе отдыхали. Мне мамы не хватало, не с кем было как-то поговорить насчет чего-то. С бабушкой все-таки она это по-другому воспримет, другое поколение. А мама более молодая. Мама вышла из тюрьмы, когда мне было уже 11 лет. До этого я неплохо училась. Бабушка меня держала в ежовых рукавицах, хотя в школе мне никогда не нравилось. А мама к двойкам спокойно относилась, не ругала, все позволяла. Есть упущение у меня, что она на учебу забила из-за того, что я дала возможность забить. Мама мне много чего позволяла, потому что она упустила то время, когда со мной надо было общаться. Она вернулась, когда я уже все, начала уже сама все-таки думать своей головой, более-менее уже хотя бы. Но родительский... Мне кажется, тогда тебе было так, типа, мам, мне школа не нравится. Да и хрен с ней. Мне она тоже не нравилась. Я вообще вон шваброй умывальник разбил. О, мать, ты меня молодец, конечно. Там, наверное, мама и сама говорит, да и не ходи туда, он тебе надо. Читать умеешь. Калькулятор есть, не пропадешь. И контроль, и добрый совет мне бы не помешал, потому что я начала общаться с плохой компанией. Ребята там все были старше, и с ними я прогуливала школу. Даже не знаю, что меня туда потянуло. Черт просто, мне кажется, туда потянул. Да просто было весело ходить с ними куда-то. Когда мы там ходили по заброшкам, играли в догонялки. Mm-hmm. Я же первый год не курила, не пила, смотрела, наблюдала за ними, как они выпивают, какие они смешные, когда пьяные. Сама я начала курить в 12 лет. Тогда же попробовала алкоголь. Но я не могу сказать... Кто вообще начинает с какого-то жесткого трешняка? Чем дальше в лес, тем больше дров. Девка 12 лет, бухает, алкоголь. Мать с наркотой связана, отсидела. Отчим отсидел. На школу вообще, в школу не ходит. Не учится, не работает. Прям ну такой трешнячок. То, что я часто бухала. Я пила тогда пиво только. А потом лет так... 15 и начала водку пить. Помню, когда я в первый раз пришла домой пьяная. Думала, мама убьет. Но Коля сказал ей не трогать меня. Коля считает ее за дочь. Он за нее убьет, если кто-то ее обидит. Не родная дочь, ну как бы. Как говорится, ну, не тот отец, кто типа родил, а тот воспитал. Шикарно воспитали. Прям позавидуешь. В общем, я продолжила гулять с этими ребятами, пить и курить. А через 2 года, когда мне было уже 14 лет, на одной из тусовок я встретила Артура. Я пришла, он там с компанией, с нашей общей, можно сказать, сидел. Моей подружке в сиськи бумажки кидал. Сказал мне оттопырь, футболка, сказала нет. Лена так вот такое сделала, так типа такое лицо, я такой, ладно, все, я перестал это делать. Мне стало интересно, кто она вообще, что она такое. Шуточки. Понятно, типа, у кого какая романтика, давайте в сиську бумажку кину. Это комплименты, еще что, расставляя грудь. Его были, конечно, тупые, но, может, этим он мне и понравился. Шутки были тупые, но мне этим он понравился. Знаете, говорят, нехорошее чувство юмора. Ну, чувство юмора у него говно, если честно, но мне понравилось. Потом он прижал мое колено к стулу и потребовал, чтобы я его поцеловала. А я была и так не против. И она меня целует в щечку. И вот после этого все началось. Я познакомился в этот же день с ее мамой. Она одобрила все. Типа, ну, круто, крутой, красивый мальчик. Мы начали встречаться и все больше времени проводили вместе. Артур оказался старше меня. Тогда ему уже исполнилось 16 лет. Он мне был симпатичен. Мне было с ним интересно. Мне было с ним хорошо время проводить, чем с кем-то другим. Я-то уже влюблен был в нее по уши вообще. Она для меня была вообще идол. Месяца через 3 я поняла, что люблю его. Артур все чаще оставался у меня ночевать. Моя мама была не против. Да
Артур просто такой человечек, он начал там на жизнь плакаться, как бы, что у него там мама там сякая какая. Ну и как бы я его жалеть стала оставлять его у нас. Маму Артура тоже зовут Светлана, ей 40 лет. Она работает маляром на судостроительном заводе, получает 90 тысяч рублей в месяц. У Артура есть еще младшая сестра Вера, ей 7 лет. Также с ними живет бабушка Светлана. Мама Артура снимает квартиру, так как на свою ей еще не удалось заработать. Отца своего Артур вообще не помнит. Он ушел из семьи, когда ему было всего 2 года. Тетя Света все тянет на себе. Мама, но Артур уроки? Постоянно жалуется на нее, что она много выпивает. Мне это очень сильно не нравилось, это как пошатнуло мое детство, мне кажется, сильно. Было самое обидное, вот первый раз, когда я услышал, то, что типа ты мне не сын, ты мне не нужен. Когда там била меня ни за что. Вот он говорит, пила. И когда работать тогда успевала? Ну, я скажу так, Светка, по лицу, без обид, видно, любишь немножечко отдохнуть. Чтобы вот напиться, а потом на работу идти. Так многие люди живут. Так они даже не то, чтобы напиться на работу, они многие могут и на работе выпить. Смотри, какая работа. Измывалась над ним, издевалась. Ну, фантазер, он выдает фантазии за реальность. Когда Артуру исполнилось 15, он ушел из дома и пустился во все тяжкие. Бывал неделю, жил в компьютерном клубе, у друзей ночевал 3 месяца. И там мы пили, курили всякие ненужные вещи. Школу Артур бросил. Тетя Света устроила его в судостроительный колледж. Домашку за него делала, чертежи. Но не помогло. Через 2 года вылетел. Мне кажется, он начал меняться, когда мы встретились. Сразу стал таким правильным. Даже нотации мне читает. Че, куда собираешься? Гулять. Пойдешь, чтобы бухать? Не пойду. Прям правильно так стал. Разговаривает как культурно прям. Короче, одна бросила школу, второй бросил школу. Куда бухать? Типа бутылку пива на любовь променяла, да? Смешно. Я же не променю, я же с тобой б***ю. И что же ты живешь, Алин? Артур, я ты просто... Ты друзей я важнее гуляю. Меня ставишь, тем более... Друзей, поехали которые... со мной. Не поеду, Алин, никуда ты че? Чему? Да малкаши малолетние. И что? Что? Ну что, Алина, не хочу ходить с ними. Ты че, это будланы маленькие? Я, во-первых, пережил уже это. То есть, вот то, что Алина взяла, ты уже взрослый. Там, не знаю, курила. И я просто хотел бы показать, ну, то, что можно так не делать. То, что вот у меня было это, и это полный. Со своей компанией я постепенно перестала общаться. Артур почти поселился у нас в квартире, и мы все время проводим дома. Мне это нравится. Вот только мама и отчим достают. Артур! Что опять происходит? А маме уже не нравится вначале, там мама была не против. Ну, а прошло время, и теперь уже Артур. Поел и пошел. Мне надоело убирать от работы, так еще и помой за вами. Ну что, извини, забыл убрать. Тоже буду забывать приносить еду домой. Мы работаем целый день, да, приходим вечером, раз там, блин, ну на кухне вообще хлам, ну, вообще, они ничего не делали, ой, мы не видели. Я вообще хотела бы жить отдельно, чтобы никто не доставал. Чтобы был свой дом, своя семья. И главное, наш общий с Артуром ребенок. Конечно. Мама против моих планов. Мы разговаривали об этом. Я призналась ей, что хочу забеременеть. На адекватных людей это ответственный шаг. А они еще дети оба. И он, и она. А она тем более. А он-то вообще еще не дорос. Но это лишь мнение моей мамы. Я считаю иначе. Да и что обсуждать? Моя мечта точно осуществится. Ведь я уже беременна. Понятно. Наверное, она тогда уже была беременна, так прощупывала почву. Как мать отреагирует? Да, вот это вы взяли участницу. В начале наших отношений мы с Артуром долго не занимались любовью. Я оттягивала момент, сначала ему не доверяла. Но когда я поняла, что у нас все серьезно, он меня не бросит, все и случилось. Конечно, это ж любовь до конца жизни. Ты чтобы он тебя бросил, ты что, никогда в конце проекта. Да пошла ты уже. Ну, я, короче, теперь живу ради своего ребенка, вот. И мне этот Артур нахрен не нужен. А сейчас, конечно, это любовь на всю жизнь, и ты долго сдерживалась. Недели 2, да? Или 3. Первый полакт у нас был. Через 2 месяца. Простите, через 2 месяца. Ну это прям, это ничего себе. Это вообще спонтанно, то есть страсть, безумие. Вот. Презервативами мы никогда не пользовались. Мы не предохранялись. А зачем? По сей день не предохраняемся. Ну. Мне казалось, прерванный половой акт, он будет... типа нормальным. А вот тут как бы обломчик, да? Сейчас многие тоже так думают. А чё, разве нет? Нет?
Вот как-то так, да, вот если пипиську достал, то это не значит, что ты можешь не забеременеть. О-то-то. Это вот можете даже у врачей узнать, если вдруг кто-то сомневается. А вот вам наглядный пример. Пипиську достал, а что-то как-то это... Не поняла. А это что? А это все. Был уверен в себе? Да. Так и было, но никогда не было такого, что там... Залетело, не было. Когда Артур уже, можно сказать, переехал ко мне жить, я стала с ним регулярно говорить о детях. Ведь стать мамой я запланировала давно. Так что, девочки, будьте в курсе. Я рожу в 16, у меня будет ребенок. Я насмотрелась, наверное, на маму. Потому что я смотрю, она молодая у меня. Я, блин, не хочу там рожать, блин, 18. Согласен, 18 уже старуха, блин. 18, боже, блин. Ну, еще пару лет и пенсия. Ну, 16, согласен. Ну, нормально. Вообще, в идеале в 15, ну, как мама твоя. Ну, в 16. 18, ну, это я согласен, это перебор уже. Боже мой. Позже. Сейчас такие, кто меня смотрит, мои бубочки, кто-то там 20, 25, 30. Я вообще пенсионерка, мне уже не то, что поздно. Я упустила свой поезд. Хочу ребенка. Так, месяца два было. Я отказывался, говорил, ну, рано еще слишком. Но потом я понял, что он очень сильно хочет. Я такой, ну, ладно, типа, почему бы и нет? Если хочешь, давай. Что, если хочешь, давай? Ты только что сам признался, блин. Как-то так по залетику немного получилось. Мы с Артуром регулярно занимались любовью, но у нас никак не получалось. В какой-то момент я уже отчаялась, но тут у меня началась задержка. Что-то я сразу пошла в аптеку и купила тест на беременность. Он оказался положительным. Я очень обрадовалась и решила рассказать об этом Артуру. Привет, Алин. Привет. Как ты? Нормально, садись. У меня для тебя одна новость есть. Какая? Я беременна. А что, ты не рада, Али? Ну да, 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 рассказывай. Не, серьезно. Что-то Артур не рад. А тест есть? Есть. Можешь даже посмотреть. Да уж. Поздравляю тебя. Почему? Поздравляю тебя. Счастечка, здоровечка тебе. Я сейчас за хлебушком схожу. Именно меня ты поздравляешь, как будто ты не рад. Ну ты же хотела ребенка, правильно? А ты типа ребенка не хотел, как будто я одна над этим трудилась. Ну мы вместе трудились, но ты хотела ребенка, но ты его получила. Мне его реакция не понравилась, я ожидала совсем другого. Я думала, он там обрадует, типа меня обнимет, там поцелует, типа, ой, я рад, типа, ура. Но вообще никакой реакции не было. Почему ты со мной такой неискренный? В смысле неискренный? В прямом, я не вижу даже в твоих глазах радости никакой. Так потому что ее там нет. И ты искренность какую хочешь. Он же тебе сказал, ну я типа так, ты хотела. Ну. Ой, может тебе это уже и не надо? В смысле не нужно, Алина? Я просто так с тобой живу, что ли? Чисто так попользоваться или ну, что? Ну я тут буду. Я отец, ты мать, ну все правильно. Я все отец, как, ты все мать? Как должно быть, Алина. Я решила пока не рассказывать маме о беременности. О, но мне так хотелось поделиться с кем-то этой новостью. Была бы жива бабушка, думаю, она бы порадовалась вместе со мной. Но полгода назад у бабушки случился инсульт, и она умерла. Я решила сходить к своей подруге Лере. Не знаю, у нее аура какая-то хорошая, не знаю. Я прям могу ей довериться, мне кажется, все, потому что я знаю то, что он не предаст. К тому же Лера старше меня. Ей уже 19 лет, и год назад она сама стала мамой. Mm-hmm. И прикол в том, что она замужем за Иваном, лучшим другом моего Артура. Что за срочность? Ты что так быстро пришла? Только позвонила. Да, новость одна есть. Я это... Давай, рассказывай. Я люблю новости. Плохая, хорошая. Беременна. Блин, прикольно. Сама-то рада? Да, блин, не знаю я. Ну смотри, понимаешь, что это... В смысле, не знаю я? Ты сказала, что я рада. Я ж хотела. Да не так просто. Вот видишь, он не сидит на месте, ему все время что-то надо. Ну что, Вика, он такой счастливый, блин. Чё, но нет? Бывает не только такое счастливое лицо. Бывает, знаешь, слезы, вопли, болезни, зубы. Ты точно вообще готова? Конечно, я точно. Не точно с Артуром? Да. Я же не могу залезть до конца жизни. Но искренне надеюсь, то, что это как бы ее искреннее желание, того, то, что она не заводит через месяц, то, что, блин, как-то сложно оказывается. Смотри, еще надо обязательно сходить будет на УЗИ, надо встать на учет женскую консультацию и подтвердить вообще беременность, УЗИ, там анализы. Ну я позвоню, там запишусь там на УЗИ, если что. Если что. На УЗИ я записалась сама. Просто другого выхода не было. Мама же не знала. А на обследование со мной пошел Артур. И это было очень хорошо. Мне страшно идти на первое УЗИ, потому что мало ли там что-то плохое скажут. Я боюсь этого не просто так.
Дело в том, что 7 месяцев назад у меня уже была беременность. Тогда я обо всем рассказала маме, и мы вместе пошли к врачу. А от кого? От него же или от кого? Меня обследовали и сообщили, что родить я не смогу. У нее оказалась сложная беременность. Она когда забеременела, она пила антибиотики. У нее была деформация плода, пришлось сделать аборт. После медикаментозного аборта я чувствовала себя ужасно. 4 месяца, не переставая, думала о неродившемся малыше. А мама говорила, что все к лучшему. Просто теперь мне нужно быть внимательной, чтобы снова не залететь. Мама говорила, если я опять забеременею, то она меня убьет, молодому человеку яйца вырвет. Какие шикарные отношения в семье, прям. Обожаю. Весит на стену. Мама настаивала, я кивала головой, но все равно думала о ребенке. И вот теперь, когда я снова беременна, я не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Судя по всему, она живая, у него яйца на месте. Совсем небольшое плодное яйцо. Внутри визуализируется маленький желточный мешочек. Это эмбриональный элемент, который доступен визуализации на УЗИ еще до того, как виден малыш. Получается у нас срок 5 недель, как у вас по месячным. Беременность, я так понимаю, что вы решили сохранить? Да. Хорошо. А это прям в самом-самом начале мы, то есть прям вот как-то вот аж... Я уже привык, там, когда 30-я неделя могут начать, 20-я, тут прям 5-я, то есть практически вот только узнала и пошла съемки. После УЗИ я выдохнула, все подтвердилось, я беременна. Теперь нужно встать на учет в консультацию и пройти гинеколога. Для меня это мука, я не люблю ходить по врачам, чувствуешь себя там как на допросе. При беременности несовершеннолетней всегда две группы вопросов, социальные и медицинские, это мать-отец есть. Да. Отец, он в разводе с матерью, и он лишен родительских прав. Да. Мать ограничена. То есть мать хочет восстановиться в родительских правах. Да. Что с парнем стоим? Как тебя зовут? Артур. А тебе сколько лет? 18. То есть ты совершеннолетний, вы планируете брак по особым обстоятельствам, да? Да, да, да. Если вы вступите в брак, то ничего не надо будет. Если вы в брак не вступите, то на выписку нужен будет твой законный представитель. Здорово, что Артур так уверенно сказал, мы поженимся. Но тут еще мама должна дать свое согласие. Мама на данный момент против этого. Она говорит, не хочет, чтобы я портила себе жизнь. В смысле? Мама ж вначале была счастлива. Артурчик, там, заходи к нам на чую. Ты моя бубочка. В смысле, уже ж на это... Решаем вопросы медицинские. Так, в принципе, ты здорова. Я смотрю, ничем таким не болеешь. Ну, вроде как и все будет хорошо. Давайте со сдержанным оптимизмом вперед. С оптимизмом, значит, с оптимизмом. Не хочу пока думать ни о чем плохом. Капельки. Почему не рад? Рад, конечно. Да не рад ты. Я рад, малыш. Ну это сарказм. Ну не хочу я сарказм слышать. Что мне, на колени встать, сказать, малыш, я тебя люблю. Да. Спасибо тебе за ребенка. Да? Ну так надо. Да. Я был радостен, но я не мог показать эмоции. Просто когда она просит меня показать свои чувства, она не верит в них. Она думает, что оно все такое наигранное у меня, типа. Ну разные типы людей есть. Она, наверное, не знает. Я думаю, пока не будем рассказывать. Почему? Ну, давай это, с этим повременим чуть-чуть лучше. Но долго скрывать у меня не получилось. Начался очень сильный токсикоз. Хрена себе шмахнуло! Ого! Я сейчас сам чуть не бэкнул. Не будем повторять этот звук. Когда токсикоз выворачивает вообще все твои кишки наружу, жить не хочется, вообще ничего не хочется, ни пить, ни есть. И если бы не токсикоз, мне кажется, мама бы меня бы так бы не спалила, то что я беременна. Мы с тобой договаривались. Я это уже, Алина, я все поняла, это еще изначально. Еще несколько дней назад. Ну, я просто не хотела тебе говорить. Меня может обрадовать, либо расстраивать, не знаю. Ну, уже понятно, ну, типа, что уже пока... не расстраиваешь. Ну... Ничего с этим не поделаешь. Честно, вторая беременность для меня была шоком. Я, может быть, не показала этот шок, но я все-таки думала, что она у меня чуть-чуть разумней. Ты не доучилась, ничего не доделала. С чего это вдруг? Потом доучусь. Как вы содержать вот будущее? Ты понимаешь, какое будет? Пока я не знаю. Как говорят, дал бог зайку, да служайку. Далеко дойдем так. Обожаю таких. А, типа, за ребенка кормят... Улица есть, люди, соседи, мусорки. Правильно? Как-то ж проживет, с голоду точно не умрет. Ну, в теории, да. Служайку.
Ну, у тебя все смешно. Ну да, как еще? Как же безответственно все. Ты забеременела, ты должна ко всему подходить. Серьезно именно. Да нет. Артура на работу гнать. Же. Ремонт надо начинать, все делать. Начнем. Помогу тебе. Артура надо заставлять, чтобы он все делал. А не лежал на кровати и не играл в телефон. Меня это тоже не устраивает. Ну вот вы с ним поговорите, я ничего говорить не буду. Артур. Что? Не хочешь ничего поговорить? О чем? Обсудить. О чем? Будущее. А, ребенка? Ты ребенка. Рассказала? А, точно, я забыл. Я просто очень тороплюсь, меня Ваня позвала. А Ваня это важнее, мне... чем семья? Нет, почему важнее? Я говорю, я сейчас приду и поговорю, там очень срочно что-то, не знаю просто. Кто вообще? Какой он отец? Мама опять придирается к Артуру, а он опять пытается увернуться. Конечно, слышу. Очень срочный разговор. Другом приятнее общаться, чем с моей мамой. Лера наверняка уже все рассказала Ивану. А если нет, его ждет сюрприз. Здорово. Здорово. А, дружбан, который... Че такой? Че такой? Че такой? Я телку взял, прикол, да? Спасибо. Да. Ты серьезно? Ну да. Ну че, я не знаю, что, давай хотя бы... Давай. Отметим, что ли, это дело? Я не ожидал, то, что Алина может так скоро забеременеть. Я не думал, что Артур готов на такой шаг. Ты готов вообще? Ну да, готов. А ты был готов? Ну, я нервничал маленечко. Я тоже. Сначала. А ты сейчас вообще, ну, работаешь или что? Не работа. Мне работу нужно найти, потому что мне интересно. Я бы на твоем месте, на самом деле, брался бы за любую работу. Не знаю, грузчиком там, кассиром. Куда я меня возьму с кассиром? У меня образования почти нету. Нет, класс. Какой кассир считать не умею почти. Для этого там тебе сделали пик-пик-пик и выбивается сумма. По-моему, если не ошибаюсь, я, конечно, прям кассиром никогда не был. Но там вроде бы высшее образование не спрашивают. Там пик-пик-пик, сумма, дай сдачу, либо карточкой. Прям даже пишется, сколько надо дать сдачи, сколько тебе дали. Я не знаю, что тебе на самом деле посоветовать. Да не, просто Света кормит же. Да, это немножко. Мама? Ну да, ее мама кормит. Еда же есть дома. А тебе вот самому не стрёмно у них на шее-то сидеть? Да нет. Если мне скажут, не если они... Например, к маме поехал, поел там, не знаю. Так это раньше, а сейчас что? Сейчас она тебе беременная. Я же говорю, я в поисках. Когда у меня появилась своя семья Лера, у меня изменилось отношение к жизни. То есть не просто вот так вот пришел домой и мама тебя накормила, а то есть ты пришел домой, купил продуктов и там уже приготовил с своей женой. Теперь? Ну, тут как-то, знаете, хоть, блин, в этом его дружбане хоть как-то чувствуется, что мозги там какие-то есть, не просто серая жидкость там в голове булькает, так блюк-блюк, а у этого прям вообще, боже мой, бля. Не, ну молодцы, друг друга нашли и прям идеально подходят. Что она, что он. Идеальная семейка. Надо ждать, когда мама обо всем расскажет дяде Коле. Очень не хочу при этом присутствовать. Поэтому зачем еще работать? До возвращения отчима с работы я созвонилась с Артуром и пошла его встречать. Ты в курсе, что Алина беременна? И что ты делать будешь? А что остается делать? А что, Артур думал, мне работы делать? Алина малолетка. Кто будет тянуть, ты? По 12 часов с больными ногами? Да. С какого? Нельзя же отказываться тоже бросать. Свет, ну, как мама, она это... Какое очень шикарное общение. У нее пряник, один пряник идет. У нее нет кнута. Коль, ну это же моя дочь. Мне отказаться дочь. От нее, а она откажется от меня. Ну ладно, от меня, может, она не откажется, но она не откажется и от него пока что. Она пока его любит. Это первая любовь. О, наши пришли. Первая любовь. Иди сюда. Иду. Ну что, садитесь. Будем разговаривать. Ты что за... Мы, по-моему, первый раз договаривались, когда аборт произошел. А, так это она от него была беременна? Пачек подарили, я не знаю, вам постоянно предохраняюсь, она малолетка. Ну, ты взрослый, должен следить за этим. Ну, Алина этого не хотела вообще. А если она захочет из окна спрыгнуть? Ты пойдешь прыгать? Нет, это другое совсем. Я, естественно, ожидал такой реакции. Ну, я же тоже ребенка хотел, но я люблю детей. Я думал об ответственности, то есть то, что нужно за ним ухаживать, и как-то я... Ты прям у меня вообще ответственный пацан. Прям вижу, работать собираешься, да, на мамкиной шее сидеть. Если не мамкина, то тещина. Ну, это еще пока не теща. Прям ты... О, господи. А себе что? Что делаем-то в итоге? Рожаем. Что еще делаем-то? Рожаем, да. Я работаю еще. Ну, я пока не хочу, чтобы он работал. Пока, типа, я не родила. Слушай, витамин знаешь, сколько твой стоит? Я не хочу пока, чтобы он работал. Нет. Ну. Вот помнишь, мы покупали? Где она возьмет деньги? Он должен мужиком быть, Алин. Потом придет работа. Мы с ним уже договорились. Как я рожу, он идет. Почему ты
Значит, со мной-то? Почему я-то вас содержу-то, а не он-то содержит? Надо с его мамой, значит, разговаривать. Пускай она тоже какую-то долю платит. Чего, я одна, что ли, должна содержать? Мы здесь все поговорим. Наших мам мы познакомили почти сразу, как начали встречаться. Но, если честно, отношения у них не складываются. Как-то... Ну, слушайте, таких тупеньких девочек я как-то так прям... Сразу так и не вспомнишь, прям, боже, она что не скажет? Я с каждой ее фразы в шоке. Зачем ему работать? Друзья, мы с ней не можем быть. Она не то, что там каждый день, она каждый день нет, не пьет, не алкашка, ну, не запойная, ничего. Через день. И она содержит свою семью. И вот она, если выпила, хорошо, все. Это до драк вот у нас с ней скандалы. Чтобы не было очередного скандала, мы решили к маме Артура сами сходить. Как дела? Нормально. Отлично. У нас для вас одна новость. Пошлите, расскажите, что у вас. Вообще, разговаривать с тетей Светой мне всегда непросто. Слишком, наверное, грубоватый человек. Агрессия постоянная из-за пустяков. А еще, мне кажется, я ей не нравлюсь. До сих пор я ее, если честно, не раскусила даже. Вот она настолько... Она вот здесь вот такая ходит, чуть Светочка все кушает. Когда она в своем климате дома, это просто, я не знаю, как будто ребенка вообще там меняют. Она может мне грубо ответить. Ну, естественно, я это высказываю Артуру. Он идет, ей это высказывает. Ну, вот на этом фоне идут скандалы. Надеюсь, сейчас все обойдется. Ну? Беременна. Ой, даже вот я так и хотела, прям с языка у меня сняли. Ну, а что ты так спокойно-то отреагировала? А как ты надо знала, отреагировать-то? Так ясно, что вы не книжки читаете там в комнате. Ужас какой, не пожили сами, еще и дитя. А что, будешь-то помогать-то надо? Хоть немножко, ну, чуть-чуть. Да что ты хочешь? Кроватку, коляску там. Ну, ты же прекрасно знаешь. Боже, мне было бы стыдно. Понимаете, мы хотели ребенка. Мы реально хотели. Бля, а как ты будешь его растить, бля? Вообще не волнует. Ну, давай нам помогать кроватку, бля. Я просто слушаю. Боже, какой ужас, какой безответственный ужас. Бедный ребенок, который появится в этой семье. Мне его уже жаль, потому что родители... Ой, боже. Финансам. Ну, тогда... Будет возможность, конечно, я куплю. Че, ребенок виноват, все родители? Нет, че. Вот такие. С одной стороны, я думаю, то, что она будет нам помогать. Такие родители ее воспитали. Но с другой стороны, я боюсь, то, что нас будут упрекать в дальнейшем. Но пока не попробуешь, не узнаешь. Боже, какой ужас. Поскольку новость тетя Света восприняла спокойно, на следующий день мама сама отправилась к ней домой поговорить. Что будем делать-то? Рожать. Что делать-то будем? Ну, понятно, рожать. Как? Что дальше-то? Растить. Нам? Наверное, нам, как всегда. Ну, я так не хочу. Я еще сама могу рожать. Значит, нам... Почему как всегда? В моей вселенной такой мысли нету, что там, когда у меня будет ребенок, его должны воспитывать мои родители. Вообще, как-то никогда такой мысли в голове не было. А не как всегда. Надо, чтобы они сами пускай как сделали, так и сами пробуют. Ага. Ты будешь помогать? Чем-то как-то. Как могу, я помогаю и деньгами. Хотя вы говорите, что ничего не даем. Но ты ему даешь же. Ну а кому мне надо давать? Они-то живут у меня, я их кормлю. Свет мой жгутся. Меня очень бесит. Они свет мой жгут. Прям вообще я обожаю. Значит, твой ходил срать два раза. В туалете свет горел по 10 минут. Давай сейчас рассчитаем это все. Содержать я постоянно это озвучиваю, я никогда не скрываю это. Артур не работает, сидит на шее. Значит, ты его так воспитала. Тогда давай мне деньги, хотя бы 5000 в месяц. Мать, у ты меня не лучше. Резиновый кошелек. Вы живете в своем жилье, а я снимаю жилье. Значит, понятно, значит, надо вместе разговаривать. Это мы можем сутками разговаривать. В смысле вы живете в своем жилье? Там вроде бы сказано, что это было съемное жилье. Или я что-то неправильно услышал, напишите в комментариях. Вроде же была как бы сказана фраза, что мы живем в съемном жилье. Ну, где живет мама нашей девочки. А тут это говорит, типа, я в съемном, вы не в съемной. Да, но надо, чтобы это ты настаивала их, тоже. Я на многом настаиваю, на учебе настаиваю. Я против. Ладно. Уже учебы. Ну вот ты против, очень, я была не против. Если бы он отучился, получил образование, и он бы нашел себе нормальную работу. Да, он же директором. Мужик, он должен хорошие деньги заработать, чтобы так содержать свою может. Семью. А на хорошую работу он не пойдет сейчас без бумажки. На курсы пошел и сдал. Я не хочу вкладывать туда деньги.
Почему я должна? Ему 19-й год. Но раз он решил завести семью, он должен стремиться сам. Я буду помогать издалека. Ну, естественно, что если родится ребенок и не будет еды для ребенка, ну, естественно, я ребенка накормлю. Ну, что тогда? Все по мере поступления. Проблемы будем решать. Вопрос о том, что Артур нигде не работает, в нашей семье стал возникать с тех пор, как он колледж бросил. А сейчас, с моей беременностью, эти разговоры стали ежедневными. Мне-то хочется, чтобы он все время был рядом. Но чувствую, мама с отчимом не отстанут. Слышь, Артур, иди сюда. Короче, я хотел поговорить по поводу работы. Какой ты хочешь работать себе? Ну, чтобы зарплата была не раз в месяц, не в день, понимаешь, а в неделю, чтобы. Ну, вот раз в неделю могу тебе предложить. Там такая, ну, вот работа, ну, надо, понимаешь? Будешь подниматься, короче, по карьерной лестнице. Ну, нет, ну, сам подумай. Вот тебе работа не нравится, ты будешь подниматься по лестнице. Да какая тебе нужна работа, я не знаю, сидеть, делать за это деньги получать. Там надо, собирать интернет-заказ, бегать по магазинам, я не знаю. Вот не хочет, нужна работа, понимаешь? Коля Артура не воспринимает же никак категорично. Он считает, что он вообще беспонтовый, просто как овощ, мебель. Сколько ты отучился в путяге? 2 года с половиной. Ну, что ты умеешь? По чертежам работать умею, точно могу измерять, на глаз могу измерить. Короче, надо работать, понимаешь? Зачем спрашивать, если ты потом так говоришь? Ну, если ты умеешь, так иди по этой профессии хотя бы что-то. Ты мужик. И что? Ну, и что? А мужик что должен бросать, типа, девушку свою? Ты ее бросаешь, ты ее обеспечиваешь. Просто бросает. Мне, типа, сказать так, у меня на твои чувства, я пошел, короче. Спроси, сейчас такая ситуация, смотри, ты не работаешь, потому что она знает, что она ее будет содержать. Ну, если вам что-то не нравится, мы тогда съедем отсюда. Куда съедешь? Найду, куда съехать. Куда? Куда? На что? На что-нибудь. Вы меня достали уже вдвоем с этим. Пойдем. Мне кажется, что Коля просто ненавидит Артура и ко мне стал хуже относиться. В выражениях он не стесняется, и я боюсь, как бы он руки не начал распускать. Коля, ну, не знаю, моральный вампир, ублюдок, там, не знаю, гопник, вот что-то типа такого. Потому что, ну, реально, вот я виноват, например, в какой-то ситуации, да, для него. А он проходит и говорит, там, красатая, типа, вот такого говорит, ну, у двери. Ну, Паралина, своего пусть уберет, типа. Я устала от скандалов, потому что эти скандалы постоянно, и я их уже пытаюсь как бы... А мне нравится тоже, так манипулируют. Мы уйдем куда-то, сама понимает, блядь. Я ж реально никуда не уйду. Ну, максимум я уйду к его маме. Ну, там тоже жить не могу. Так обожайте манипуляции. Это вот я уйду. Это сказать, иди. В смысле? Ты хочешь, чтобы я ушла? Ну, ты ж хочешь уйти? Ах, значит, ты меня больше не любишь, да? Выгоняешь меня? Она обожает эти моменты, когда уйду, иди. Я передумала. То заглушать свою не дождетесь. Не Коль, ты понимаешь, что Алина нервничает? Да ничего. Там мне розетка не работает, телевизор могу. Мне что дома смотри. Пойду домой посмотрю, мне давай раздельно будем жить. Слушай, короче, мне вот это нравится, понимаешь? Я устроил, давно ему работу, вот что за прикол? Ну не сможет он, значит, там работать. Ну не хоть, я не знаю, что, бить мне его, что? Отвертку в бок ему воткну. Тебе воткну. Какие шикарные, высокие отношения. Прям отвертку ему в бок воткнуть. И вы меня знаете, мне кажется, он может это сделать. Прям. Сейчас. Коль, давай тогда так. Ты дома, я дома. Короче, я пошел. Решаю вопросы эти. С ним будет работать, я приду. Я пошел. Коля все равно, если он будет здесь жить, он убьет его. Ну, может, не убьет, но морду ему набьет. А я не хочу этого. Я благодарна маме, да, что она сделала выбор в мою пользу. В доме сразу стало спокойнее. И работу Артуру мы нашли. Такого трешняка еще не было. Ночь через две. Зарплата всего 20 тысяч рублей в месяц. Но зато днем мы вместе. То есть, я так понимаю, ей важнее, чтобы он просто был рядом. А как бы за чей счет мы будем жить? Кто будет работать вообще? Как обеспечивать ребенка? Да, это как бы вообще... Ужас. Моя беременность длится уже 13 недель, и, как сказал врач, это время для первого скрининга. Мы решили с Артуром, что на все обследования будем ходить вдвоем. Да, мне кажется, с Артуром так он скорее вдвоем. Почувствует себя папой. В полости матки визуализируется живой плод 7 сантиметров длиной от попы до макушки, что соответствует сроку, который получается у вас по месячным 13 недель. Сейчас мы послушаем сердечко.
Так вот работает моторчик. 157 ударов в минуту. Абсолютно нормальный пульс. Моторчик. Здесь все хорошо, никаких аномалий, пороков развития. Ну, вот это один из самых важных срезов в первом стриминге. Если вы знали, то там же у ребенка вообще очень быстро сердцебиение. И вообще с возрастом человека сердцебиение замедляется. То есть чем ты становишься старше, а у пенсионеров там вообще еще ниже пульс. То есть сердце все медленнее и медленнее работает. А чем ты более молодой, тем оно быстрее качает. Профиль лица. На кого похож? На папу, на маму? Какой у него размер носа? Можно, да, пожалуйста? 2 миллиметра. Средний, обычный нос. Ну, средний. Вот, поняла? Не, бля, вылезет вот таким прям, это, вот, пеликаном. Как это можно определить там? У нас еще сначала отношения, у нас искра в глазах была, в носах. Потому что мы очень часто бились носами друг от друга. Целоваться было невозможно. У меня даже нос был разбит один раз, у меня кровь шла. А сейчас мы просто не хотим, чтобы у ребенка был такой нос пущен. Зачем ему это? Мы впервые увидели нашего малыша. Генетика? Не-не-не-не, это как бы это вообще не связано, блядь. Я счастлива. Мы вернулись домой в прекрасном настроении. Но вечером я увидела в телефоне Артура сообщение от неизвестной девушки. Она посылала ему поцелуй. Олечка, привет, спишь? Ох ты. О, начинается наша любимая Санта-Барбара. Но у вас любовь до конца жизни, ни в коем случае. Лучики и соблазнительные фотки. Артур, что за х**то происходит? Ну? Где? Вот здесь. Что это? Ноги. Чьи это ноги? Ну, Оля. Ну, кто такая Оля? Ну, я с ней общался на работе. Зачем ты с ней общался скучно на работе? Скучно мне было. Скучно? Лена. Да. Ночью скучно. Какая... Еще... Блин, Оля на работе. Или еще написано Олечка и сердечко. Ну... А, это так просто подруга. Я всех подруг подписываю. Олечка и сердечко ставлю. Ночью ты, мог там спать, Речь. Нет. Да. Нет. На нее, да? Чё, блядь? Тебя чё, мои ноги не устраивают, я не понимаю. Алина, успокойся, устраивайся. Давай, это. Собирай свои вещи и твои боли. Артур меня просто выбесил. Пусть до утра посидит на кухне и подумает. Надеюсь, у него хватит ума убраться куда подальше. Не могу, не хочу его видеть. Я понимаю, как можно обижаться на то, чего тебя не скрывают. То есть ничего не скрывают. А, ну согласен, я тоже считаю. Но если ты сказал прямо, ну я вот пошел это потрахал. Ну а что, чё ты обижаешься? Я считаю вообще, да, без повода, ну, чё обижаться? Пушакон тупой. Простите, боже, блин, где вы таких находите, прям, надо же. Что, чувак, в твоей голове, боже. Вообще-то, телефон весь ее. Он лежит у меня не вот так, а вот так всегда. Я не считаю это за измену. Скорее, это просто таблетка от скуки. Я могу себе... Что случилось-то? Да, это с Алиной поссорились. Ничего. Да, по мелочи там. По мелочи там это, ну, с девкой одной там это, ну... Я ж не скрываю, не знаю, что она вообще обиделась. В долг попросить, не знаю. Денег, подарок я сделать хочу, чтобы особо не расстраивалась. Сколько надо? Не знаю, ну, наверное, 1500-1800, вот так. Когда отдашь? Деньги будут. А будут ли? Когда-нибудь. У меня 1500, Артур. Все, спасибо. Артура не было дома целый день, а я целый день задавала себе один вопрос. Как он мог? Получается, не очень-то я ему и нужна. Мне очень обидно то, что Артур такое делал. Я боюсь очень сильно предательств. Чего ты приперся? Извиниться хотел. Че, у Олечки уже не интересно, да, сидеть? Да я не общаюсь с ней. Угу. Возьми конфетку. Не хочу, поговорим. Спасибо. Да возьми конфетку. Не хочу. Что-то обижаешься до сих пор? Да. Хочешь работать не буду, Алин? Хочу. Вот телефон будет у тебя находиться в руках. Согласна? Да. Все, мир, дружба, жвачка. Угу. Насешь конфетку за это. Точно, мир, дружба, жвачка, да? Дай мизинчик. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. Угу. Я тебя люблю, Алина. Я тебя тоже. А так тоже можно, да, решать, типа, ну, такое, я переспал с одной девкой. Мирись, мирись, мирись. Ну, мы решили просто, да, конечно, ну, я ж не скрываю ничего, да, я просто как бы завтра к Светке еще пойду. Ну, ты чтоб знала просто, ну, если что, это будет так, чисто, трах не по любви, ну, пойдем помиримся. Говоришь вообще? Я тебя тоже. Как и ты? На данный момент я ему не доверяю никак. Сколько бы он бы не женился.
Никак. Мы им сейчас мое доверие не вернуть. И пусть он ушел с работы, как и обещал, но я все равно буду проверять каждый его шаг, каждое сообщение в его телефоне. Это уже не любовь, это уже просто маразм, недоверие и жопа отношениям. Когда ты уже доходишь до того состояния, что ты уже во всем подозреваешь и проверяешь... В 95% случаев это все заканчивается печально. Это уже паранойя, это уже жесть. Чё? Дай телефон. Зачем? Ну ты сказал, я могу проверять твой телефон. Ты в ванную иду. И чё? Я не забираю телефон. Зачем? Тебя чё, толками переписывают? Да. Ну это было уже жесть. Ну и что? Так ты сказал, я могу проверять твой телефон в любой момент. Ну. Это кто-то в дверь этот решил кулаком гупнуть, я так смотрю, да? Какая дырка шикарная. Окей, да, без проблем. Я потом узнаю то, что он там еще сидел на сайтах знакомств, общался. Хотя он очищает там все, браузер. Ничего, я нахожу выходы, как зайти посмотреть. Наверное, я не права, и это не может считаться изменой. Но отношения-то испорчены, общаться друг с другом стало сложнее. Я тоже согласен, ну сидите на сайтах знакомств. Ничего такого, подумаешь, там, ну, с девками это общается, ноги присылает, там, знаете, мне... Боже мой, бля. Решили хоть на вечер сменить обстановку и пошли к Ване и Лере. У них-то семья, у них все хорошо. Че, как с Алиной-то? Слушай, нормально. Работу нашел? Куда я пойду работать? Смысл мне? Алина меня не пустит. Она думает, что я изменять буду. Почему? А я, короче, на работе был когда, в эту ночную смену, охранником. Ну, там, короче, где-то переписывался с девушкой. Там на интимке всякие вот эти вот общались. Зачем тебе это надо? Тебе Алина мало? С Алиной я тоже общался, когда приезжал после работы. Не знаю, мне кажется, это на самом деле жестко. А тебе что, такого не было, что ли? Нет. Ты что, блин, мне кажется, у всех так, да? У меня такого не было. Я думал, что у Артура с Алиной не получится семьи. Нет никакого понимания. Правильно, Ваня, думаешь. Ни у нее. Они не чувствуют друг друга, просто не чувствуют. Единственное, странно, что ты у него лучший друг, конечно. А как бы есть такая пословица, скажи мне, кто твой друг, скажу, кто ты. Ну, вроде ты не настолько, как бы, глупый, как он, скажем так. Но дружбан у тебя очень странно, почему такой. Тут не слышат и не хотят слушать. Че, как тебе все дела? Да, все более-менее, может. Как ощущение? Пинается, нет? Ты че, еще 15 недель, какой пинается? Мне кажется, это еще рано. Ну да, у меня, кстати, тоже поздновато начал пинаться. Вообще, че, живот? Я вообще живота не вижу. Да еще мало времени, мне кажется, прошло. Ну, не у всех, кстати, появляется. Ну, подожду до родов, значит. Че, вообще, как вкусовые рецепторы изменились? Нет, как? Нет. Пока нормально, это вот только токсикоз, наверное. Вот запахи, вот и все. Ой, у меня токсикоз долго мучил, недели до 32-й, крепись. Еще потом ожога начнется. И мел я ела пачками. Поэтому много чего может быть. Вообще беременность – это болезнь, мне кажется, какая-то. Хотя некоторые говорят, что беременность – это не болезнь. У тебя когда волосы выпадают, еще что-то, блин, ногти ломки. Страшно на себя, блин, даже в зеркало посмотреть. Ну, для этого бывает нужно правильное питание. Ну, как минимум, чтобы там какие-то витамины в организм попадали. Но, как бы, зачем? Работать на это, зарабатывать, стремиться. Это не нужно. Зря вы как бы выброшенные деньги. Себе не нравлюсь, но мне нравится то, что во мне есть ребенок. На самом деле, братан, это твой ребенок, это твоя ответственность, тебе надо идти работать. Не знаю, так я же тебе уже говорил, то, что я пойду работать. Мне главное найти ее, прям чтобы она в душе лежала. Артур прислушался к дружескому совету, посидел в интернете, побегал по агентствам и через 2 недели нашел себе работу курьера. Но я все равно переживаю. Кому он там эти посылки развозит? Каким девицам? Ничего. О чем я говорил? То есть, если у тебя вот это уже маниакальная ревность, ну, а там заслуженная она отчасти. Ну, то есть, просто тут отношения не построить. Хотя, блин, кого им дать друг другу? Они реально 2 сапога пара с другой стороны. Я не могу с собой поделать. Что она, что он. Алло. Алло, ты где? Я же сказал, что я работаю. Ну что, мне скучно. Еще, Алина. Ты там... Боже мой. Ну, никак прийти не можешь. Нет, не могу, Алина. Я работаю. Ну, иди. Мне ни слов, блядь. Я просто смотрю, у меня в голове, знаете, у меня там... Просто в шок. Какой ужас. Я сейчас смотрю, знаете, вот прям
я даже не знаю, как это назвать. Ну, трешняк полный. Вот как не должно вообще быть в семье? Вот ну, такой звездец, блин. Чувак пошел, как я работаю, ну пошел ты на. Какие отношения? Какая любовь? Что происходит? Остановите землю, я сойду. Твою мать! Все, иди. Если бы не эта ситуация, я бы, блин, Артуру бы давала бы работать. Это, наверное, просто у меня так крышняк съехал после той переписки. Когда он уходит на час на улицу, я уже вся в слезах сижу. Я очень боюсь его потерять. Хочу работать, конечно же, но я не могу, потому что по моей вине вот так случилось, что Алина мне не доверяет и очень боится за то, что я куда-то от нее сверну вообще в другую сторону. Хотя не просто уже так я с ней живу столько же. И всего этого добивался. В результате Артур уволился, не проработав курьером и недели. И моей маме это очень не понравилось. Вам не стыдно? Красавица, слушай, какие у них высокие отношения. Я его люблю. Пошел нахуй. Я, ну, вы знаете, я все, какое там общение в семье вообще будет? Вообще, это даже семью назвать сложно. И самое грустное, что я понимаю, что это не единственная такая пара. Ну, типа, это не такое, что, знаете, там из миллиона тут выбрали, и ты такой, типа, ни хрена себе. Я понимаю, что таких, ну, типа, ну... Как-никак хватает, плюс-минус, там, со своими, конечно, моментами. На работаю. Посмотри, какие долги за квартплату. Мы скоро останемся без света и без газа. И без вы воды. Даже за квартиру не платите? Родится? Давай уже что-нибудь думать. Давай пусть он идет на работу. Ну, я пока не хочу, но я подумаю. В смысле еще? Пока? Ну, у меня уже долги такие, что мне заодно их не выплатить. Вот посмотри просто. Артур, ты что, почему ее слушаешь, малолетку какую-то? У тебя своя голова есть? Ну, ты есть, что, да. Хочешь ребенка воспитывать в нищете? Так я просто уже запутался. Короче, тебе напомнил, квартира все-таки их. Не знаю, почему была в начале фраза сказана. Возможно, я плохо услышал, напишите в комментариях. Но вроде была такая фраза, что у нас там съемная квартира. Хотя, возможно, за съемную говорили за его мать. Но у них типа своя квартира, но с долгами. За кого мне слушать? Я просто не хочу, чтобы она там плакала. Ну, поплачь, меньше пописает. Ну, она поплачет. Ну, нервничать нельзя. Ой, да. Отстань ты, а. Твой папаша меня пи***. Ничего же, родилась, он дура. Такая нормальная, вроде, здоровая. У меня папаша бил со 3 человека, каким ты выросла. Просто пример. Вот мама. Думайте, Алин, мне это надоело. Я не готова больше вот все оплачивать, мам, кормить, поить. Мам, все, я тебя услышала, хорошо? Мы с ним договорились, как я рожаю ребенка. Он идет работать. Да. Он мне это пообещал, я в нем уверена. На данный момент то, что он это пойдет делать. Какой ужас. Время как будто начало ускоряться. Прошло уже 20 недель. Мне предстоит пройти второй скрининг. И как раз перед визитом к врачу я впервые почувствовала малыша. Когда он пошевелился в первый раз, я вообще такое странное было ощущение. Я думала, это какие-то бабушки в животе. Так все странно. Это, мне кажется, даже словами никак не описать. На втором скрининге можно узнать пол ребенка. Но я не хочу, чтобы это произошло в медицинском кабинете. Пусть будет сюрприз, пусть будет праздник. Соберем друзей, родных, устроим гендер-пати. И все одновременно узнаем, кто у нас еще? Будет. Только надо хорошо подготовиться. Моя подруга Лера обещала все организовать. А пока мне больше всего нравится счет. Слушать. Сердечко малыша. 148 ударов. Замечательный это пульс. Хороший. Да, отличный пульс. По внутренним органам все хорошо. Здесь стопки малыша. Очки все на месте? Считаешь? Снаряд. 1, 2, 3, 4, 5 все на месте. Какой симпатичный ребенок. Несколько фотографий. О, там сзади даже 3D было. Я забыл вас спросить, хотели бы знать пол малыша. А, нет, не хочу. На обязательном листочке поместить конверт? Угу. Хорошо, договорились. Ну вот и первая фотография нашего ребенка. И это так здорово. Он еще в животе, а у мне нас тоже уже нравятся фотосессия. Эти 3D, такие штучки конверт новые. Я убрала подальше, чтобы не было соблазна заглянуть. Хочу потянуть интригу. Пусть все гадают, а Лера будет заниматься организацией праздника. Я ей предложила свою помощь, то, что я вообще организую все это сюрпризом, как бы сама закажу что-то. А я вот себе на. Блин, я вообще не знаю, как я буду с этой тайной жить все это время, пока... Ну, видишь, вот ты же будешь знать, а вот я не знаю, я вот хочу все открыть. А мне никому не сказать. Это как? Ну, Ваня, ты точно не скажешь, Ваня? Нет. Сразу пойдем. Ему я не скажу. Что ты вообще, кого хочешь сама там больше? Девочку хочу. А Артур? Артур? Мальчика. Кого еще он хочет? Все логично. Я за девочку, честно. Ты знаешь, да. То есть будет мальчик, отдадим его сразу в детдом, да? Не наш. А мне невеста нужна.
Я уже мечтаю о том, какая у моего ребенка будет кроватка, какие комбинезончики, рубашки, я носочки. Я понимаю, что придется в основном искать подержанное. Ну, хотя бы немножко какое должно быть новых детство вещей. Будет у ребенка. Мама со мной согласна. А вот тетя Света нет. У меня такое ощущение, что она хочет сбыть все старье, которое осталось от ее детей. Нихрена себе, ты вообще должна быть ей благодарна. Тебе вообще прикольные вещи положила. С учетом того, что вы нахрен не работаете, я посмотрел, там классные были вещи. Это вам тупо фартануло, что она их хранила. Иначе вообще было бы полная срака. Детских вещей вообще полно. С Артура еще очень много вещей осталось. От пеленок, пузунков еще с бирками, до обуви. Нет, только коляски. Коляска сломалась у Веры как бы, и все. Нашла я коляску, которую я подарю. Она вам стопудово понравится. Алине может не понравиться. Алине понравится. Смотри, листай. Что, тебе не нравится такая коляска? За 10 косарей даже уже не нравится. Вот видишь? Скажи, которая нам понравилась. Какое вам понравилось? Если я буду покупать, блин, почему я должна вот как вам все нравится? Это, которое ей нравится, я же не как мне. А вот мы купим то, что Артуру понравится, а не то, что они вам нравится. Они вместе выбирают. Извини, он тоже отец. Странно, это о деньгах что-то говорит, я теперь вам. Мне не нравится, я не куплю тогда. Вот за 5 тысяч она предлагает, мне говорит, нет. Артур, нет, я сколько колясок показывала, предлагала? И голубую, нет, и спорили, розовую, и 3 в одном, и 2 в одном, и все не нравится. Это потому что я выбираю. Да при чем тут это-то? Да, Лина? Я стараюсь вообще ни у кого ничего не просить. Ну, мне мама с детства приучилась. Зачем? Я лучше подожду, когда мама на это заработает, чтобы потом ни от кого никаких упреков не слышать. Я привыкла ни у кого ничего не просить. Я жду, когда мама заработает. Потому что я выбираю. Боже мой. Потрогать надо, попробовать поездить, чтобы она легкая была. Я не предлагаю. Тоже мне Артур уже. Там же не коляска, там КамАЗ целый, да? Там ты что, там толкать это втроем ее? Тут же надо еще это, чтобы была, вы знаете, с режимом хай-тек, чтобы вообще была там электротяга, чтобы есть же такие коляски, знаете, что можно, типа, чтобы она помогала ехать. Там нажимай кнопочку, как электровелосипед. Так если он будет работать? В армию пойдет. Не пойдет. Пойдет он в армию. Не пойдет. Если работа не пойдет, в армию пойдет. Мы с Алиной распишемся. Когда? Когда? Ну, когда Света захочет. Я против свадьбы. Категорично. Потому что она нашла себе такого же мужчину, как был у нее папа, который не работал никогда. Вот ты только на работу устраиваешься, и сразу я вам даю зеленый. Подписываю сразу. Да. Отрабатывает месяц нормально, как нормальный человек. Я вижу, что он нормально работает, и вы идете назад. Все? Все договорились. Пусть он разобьет его. Ну, за меня. Я тебя. Но мне главное захотеть. Если клятва на мизинчиках, значит, точно никто врать не будет. Стопудов. Мизинчики, это вам даже не в церковь сходить на этот, как называют, на венчание. Мизинчики, это... Ты что? В результате коляску купила моя мама. Аля, смотри, что я купила. Ух ты, хорошенькая. Хорошенькая, да? Угу. Мне тоже понравилось. Тетя Света тоже решила не отставать. Раз речь зашла о женитьбе, затащила нас в ювелирный смотреть обручальные кольца. А что, меришь, Алина? Нет. По акции хорошая, давай возьмем. Да нет. Денег нет вам. У меня есть деньги, я могу вам. Нет, тут Свет, не надо, спасибо. А чем тебя не устраивает, если я куплю? Ну, я хочу, чтобы была инициатива Артура в этом. Мам, дай денег. Купи. Работает. Какая инициатива? Я без понятия. Ну так будешь до пенсии ждать кольца. Подожду до пенсии. Не надо, мам, я серьезно. Ну не хотите, как хотите. Я, естественно, хочу, чтобы они расписались, чтобы ребенок в браке, чтобы он уже начал работать, съехали от Света, создали свою семью, ячейку общества. Там прям ячейще. Там ого. И вот, наконец, мы назначили дату гендер-пати. Лера хранила тайну и молчала, как скала. Мы с мамой хотели девочку, а мама Артура утверждала, что в их роду первенец всегда пацан. Но ее на вечеринке не было. Артур сказал, что она работает. И, если честно, я не расстроилась. Неуютно мне с ней. Спорим, кто у нас будет? Мальчик. Девочка, мальчик. Девочка. Нет, мальчик. Девочка. Я думаю, мальчик. Это как определяется по торту? Типа там этот, начинка какого цвета, да? Мальчик. Давайте резать. Просто разрезать. Потому что иначе я скоро уже не выдержу. Я хочу мальчика. Ну, мальчик хочет всегда мальчика. Так всегда было и будет, наверное. Ни хрена так это не работает. У меня вообще такого мышления нету. Мальчик всегда хочет, чтобы появился мальчик. Стоп-кадр, конечно, шикарный просто сделал. Но это...
такую, боже, он такую хрень бывает несет. Я вот слушаю, бывает, блин, на голову не налазит. Не хочу, пацаны, ну будь пацан. Я в этом уверен, на миллиард просто, просто на миллион. Я не буду смотреть. Нет, на миллиард, на миллион. Да. Девочка! Что-то твои миллиарды процентов не сработали, да? Все, дорогая, я за хлебом. Все. Алечка, я тебя люблю, я же говорила. Торт внутри оказался розовым. Я это видела, но все равно не могла поверить, что будет девочка. Такое бывает, сейчас она скажет, что девочка, а потом я мальчика рожу. Почему ты не веришь, Алина? Ну, если я там наговорили, то что мальчик. Потому что ее все убедили, что будет мальчик. Во-первых, Света, Артура мама. Я могла поспорить с ней хоть на миллион, я знала, что будет девочка. Ну, еще одна. Это та на миллион. Я вообще на миллиард хотела поспорить. На миллиард я знала, что будет мальчик. А я на миллион хотела сказать, что девочка. Боже мой, вообще не понимают, как происходит вообще мальчик или девочка. Это на самом деле самая настоящая лотерея. То есть это все закладывается в формате сперматозоида, который попадет либо с X-хромосомой, либо с Y. Все. То есть уже как бы пол определен только по удаче, какой первый добежал до яйцеклетки. Потому у кого-то может быть и 5 девочек, и 5 мальчиков, может быть и так. Это настоящая рулетка. Ну, кому я рассказываю? Еще давайте. За девочку. Не, вам рассказываю, мой маленький, если вдруг кто там это... Почему маленький сказал? Вечеринка, мне кажется, удалась. Правда, под конец Артур мне признался, что у его мамы сегодня был выходной. Просто он ее не пригласил, чтобы я меньше нервничала. Да. Вот это благодарность. То есть мать ждала, а он тупо игнорил ее. Позвали и не позвали, что мне теперь убиваться? Ну, со стороны мне неприятно, что мой сын. Я своему сыну изначально сказала, вот как ты поставил вот это все, свою мать, ну, вот так к твоей матери относится. После вечеринки Артур пошел к Ване догуливать, а я домой. О, и там мне стало плохо. Дико заболел бок. И я почувствовала, что вся горю. Что, торт не свежий? Умею. Ты чаек принесла с лимончиком. Спасибо. Давай посмотрим. Аля, 40 почти. Давай вызываем скорую. Да не, я думаю, до 41 может дотерпеть. 40 это не температура. Зайка, пожалуйста. Я не хочу больше это слышать. Я сейчас вызываю скорую и поедем. Я с тобой поеду. Не мамкой. Ты мне живая нужна и здоровая. Маму не переспоришь. Да я и сама испугалась. Вдруг что-то плохое будет с моей девочкой. И все-таки ехать в больницу я решила одна. Оставила маму дома. Алина Владимировна, что случилось у вас? Очень болит бок. С правой стороны. Ноющие боли. Сейчас, Алина Владимировна, мы с вами пройдем в смотровую. Я вас осмотрю. Вот, и мы с вами будем уточнять наш диагноз. Оказалось, что у меня киста в почке, а еще началось воспаление. В общем, пиелонефрит. Врач сначала успокоила, что во втором триместре такое бывает, а потом испугала, что я могу из-за этого потерять ребенка. Все, Алинушка, ты не переживай, пожалуйста. Вот. Явление угрозы есть, но они не сильно выражены. И лечение в таком сроке очень эффективное. Беременность продолжает развиваться. В общем, я угодила в больницу. И, естественно, стала звонить маме, как только смогла. Алло. Алло, мам, я положили меня, сказали угрозы. Ну, хотя, когда плюс 40, она очень свежо выглядит. Ну, относительно. Я так не хочу, конечно, утверждать. Я просто помню себя плюс 40. Бывало у меня такое, я помню. Очень редко. Ой, бля, у кого было... Состояние там, блин, там и ходить даже невозможно, там вообще срака полная. Ну, как бы суть не в этом. Из-за временных родов. Угроза? Угу. Плачешь, что ли? Угу. А я уже к тебе еду. Хорошо. Не плачь. Побереги, пожалуйста, нашу королеву. У меня огромный страх за ребенка и за Алину. Я очень переживаю и боюсь, что с кем-то из них что-то будет там повредиться, еще что-то. Алло. Привет. Привет. Короче, положили, сказали угрозу преждевременных родов. А тебе сказали, что с ребенком все плохо или еще что-то? Сказали просто не переживать и все. Он не переживали? Угу. Я не переживал. Ты не звонишь еще, пиши мне. Угу. Только не переживай. Да, я поняла, хорошо. Ладно, давай, люблю тебя, целую. Давай. Ну, то, что переживала очень сильно за ребенка и все. Ни о чем больше думать не хочу.
Я надеялась, что меня подлечат и быстро отпустят. А в результате провела в больнице больше месяца. Артур звонил, но не часто. Он за это время честно пытался устроиться куда-нибудь на работу. Сначала доставлял пиццу. Я там проработал 4 дня. Минус этой работы то, что время слишком мало дают, чтобы прийти до места. Меня штрафовали 500 рублей. После этого я не хотел идти, потому что не хотел бесплатно работать. Потом мама через знакомых пристроила его рубщиком мяса на кухню. Там кормят, правда, хорошо. Да, я не был там голодный, но работа адская. Ты бегаешь как муравей там 15 часов подряд за 125 рублей в час. Это очень мало, я считаю. Еще он пробовал работать мерчендайзером в супермаркете. Там тоже говно, согласен. Его спину себе сорвал. Мне просто нельзя очень много... Как не срачка, так болячка. О, Господи, Боже мой. Под конец Артур сдался, все бросил и начал помогать маме и Коле делать ремонт в квартире. Но до конца не довел. Покрасили стены, вытянули лишнюю мебель с коридора, поклеили потолок. Ну, мне кажется, дома все равно в любой обстановке будет уютно. Если твоя квартира, типа, какая разница? И тут, наконец, меня выписали. Боже. В больницу за мной приехала мама и Артур. Врач сказала, что мне нельзя напрягаться, нужно лежать и отдыхать. Спасибо Артуру, то, что помогает гулять там с собаками, также, блин, водички принести, там еще что-то. Я понимаю, что нужно помогать, тем более она меня просит как раз-таки, я это делаю. И хотя даже если бы не просила, я бы помогал ей. Свою беременность я ощущаю все сильнее. Весила 48 килограммов, а теперь 60. И живот свой вижу постоянно. Ты же беременна. Артур, да, что? Смотри. Юбка. Это не юбка, это сарафан. Ну, сарафан, как его, не знаю. И что? Посмотри разницу. Какой я была и какой я стала. И что, ты беременна? Тебя ничего не смущает? Боже, как у нее красивая дверь стоит от шкафа, я смотрю. И что, ну? Вот, ну и что? Ты просто посмотри, сколько я поправилась. Ну, это нормально, это естественно. Я поправилась. Поправилась, это не когда ты беременна. Боже, это ужас какой. Неестественно. Ты вообще вес должна набирать, Алина. Для ребенка хорошо, для малышки. Не хочу набирать. Потом это похудеешь, заниматься будешь. Да, с ребенком вот так ходить. Думаешь? Что я знаю. А если я не смогу похудеть? Я по ней смотрю, она ни хрена вес не набирает. Ну, типа, как-то чрезмерно. Я так понимаю, наверное, потому что там и питание, а-ля, извините, кушаем, когда получается, и то, что есть. То есть я вот по ее формам смотрю. У нее а-ля, типа, вот, как и у некоторых бывает, там, беременность, и начинается жесткий жор, по ней вообще не видно. У нее просто беременность, живот. Все, я по рукам смотрю, по ногам. Ну и что? Ты меня бросишь. Оставишь меня одну с ребенком. С чего ты это взяла вообще? Я не верю ему, его словам, то, что он меня не бросит, если я растолстею. Любой, мне кажется, если девушка у него растолстеет очень сильно, мне кажется, бросят. Но я стараюсь не думать об этом. Особенно, когда мы вдвоем. Нет, уже не, втроем. Не два сапога пара. О, сердце, слышь. Что он? Что она? Фига у меня голова. Да с чего ты взял? Может, это спина? Да это голова. Может, она уже перевернулась? О, она мне ответила, слышишь? Разговор пошел. Мне страшно. А чего тебе страшного-то? Я бы хотела пойти на роды с Артуром, но я боюсь то, что Артур неадекватно к этому отнесется. Ну, как его мама говорит, то, что после родов мужчина не захочет свою девушку вообще, когда он увидит процесс рождения. Поэтому... Ему же просто не обязательно стоять там возле гинеколога, который принимает. Как минимум можно быть возле твоей головы, смотреть на тебя, тебя поддерживать. Ну, не, мама же знает больше, как бы это... Поэтому я буду рада, если пойдет мама. А вот имя для нашей малышки мы можем выбрать вместе. Какие тебе имена есть на примете? Да. Настя. Не хочу. Света. Нет. Что? Мне хватает наших родителей. Ольга. Да. Нет. А Ольга Артуровна, вообще что ли? А что, мое отчество будет? А чье? Мое? Алиновна, давай. Так я не знаю, мне Мишель нравится лично. Хорошо, будет Вермишель. Розовая Мишель Артуровна. А, еще и фамилия моя будет. Будешь работать, будет твоя фамилия. А-а-а. Будешь сидеть. А, они сказали Мишель, а мне писалось Вермишель. Будет Вермишель. Я думаю, кто? Имя Вермишель. Они хотят Мишель, да? Держать ребенка тогда, да. А так только отчество стимул, пока. Да? Стимул. Стимул у тебя должен быть. Да. Время идет, и Артуру действительно пора становиться серьезнее. Да в конце ладно. Концов, он должен заботиться о нас. Мы же всегда мечтали, что у нас будет настоящая семья. Привет. Привет. Откуда у вас собака такая? Она была? Этик. Короче, Алин, слышишь? А?
Я на собеседование сходил. А я что-то одному не понял. Что это за коляска черная, красивая такая, дорогая? Там же покупали другую. Заметили момент, да? Типа вот они зашли. Я так понимаю, наверное, съемочная группа купила коляску им. Вот смотрите внимательно. Будьте серьезнее. В конце концов, он должен заботиться о нас. Мы же всегда мечтали, что у нас будет... Вот. Хрена себе, это что за коляска такая моднявая? Там же мать приходила с какой-то другой коляской. Мне кажется, типа, либо съемочная группа там тоже как бы дает какую-то поддержку, либо что, ну это не та коляска, которая была. Это так я смотрю, какая-то типа ни хрена себе, какая-то такая прям навороченная. Настоящая семья. Привет. Приветик. Короче, Алин, слышишь? А? Я на собеседование сходил, устроился опять на склад. Ну, молодец, я рада. Ух ты, а когда это мы так, Алин, заговорили? Ну а что, деньги-то нужны. Ты ж против была всегда. Ты на что собираешься ребенка прокармливать? А, это ты только сейчас поняла, да? А до этого не работай, не надо, да? Я поэтому, Алин, пошел. Я готов работать, но не для Светы с Колей. Я готов работать для Алины и ребенка. А когда ты мне это предложение сделаешь? Мы уже разговаривали. Это вот твоя мама нас спрашивает. Я-то при чем тут? Твоя мама спрашивает? Помнишь договор, то, что ты месяц отрабатываешь, она дает согласие. Не помню. Ну, если так, то окей. Ну, если я не уверен, что она даст. Вот насчет... Какие странные у них договоренности. Ты месяц поработаешь, и мама разрешит мне пожениться. Вот посмотрим. Ребенок должен расти в целой семье. О, что, конечно. Неполноценная, если мы не женаты, это что, типа, мы кто, не, да? Мы не полные. Там свадьба. Это не относится к семье. Относится. Я хочу, чтобы был штамп в паспорте. Это обозначало то, что мы семья. Я идеальную свадьбу вижу. Там платят красиво, конечно. Ну и столик какой-нибудь. В кафешке посидеть. Хочу не искусственные, а живые цветы. Но они стоят дыр***. Мои мечты легко разбиваются о мамино упрямство. И я решила, что можно уже попробовать поговорить с ней о свадьбе. Мам, кстати, Артур работу нашел. Так ты помнишь нашу жену? Помню, конечно. Если он отработает хотя бы месяц без косяков, то я вам разрешу расписаться. Но позиция моя, ты знаешь, я против. Мой муж был такой же абсолютно, как и Артур. И я хочу от этого уберечь Алину, чтобы такого же не было. Зачем ей переживать то же самое, что пережила я? Они даже похожи внешне. Но упрямство мамы... Единственная моя проблема. Мам, я рожать боюсь. Надо, что тут страшного-то? Все мы рожали. Я не знаю. Сколько бы по больницам-то каталась, мало ли у меня кесарево будет, а я этого не хочу. Ну, по крайней мере, где ты была, там ничего же сказали, кесарево не надо. И не бойся, ничего страшного. Чем дальше беременность, тем хуже у меня здоровье. Я переживала то, что что-то у мелкой будет плохо. Но оказывается, у нее вообще все там замечательно. Растет, живет, отдыхает. А у меня здоровье все ухудшается и ухудшается. Часто кружится голова, даже мутит, как при токсикозе, и боли в боку никак не проходят. Врач назначил мне анализы. Я все сдала и прошла новые обследования. Врачи говорят, что просто маматка начинает быстро расти, из-за этого сдавливает остальные органы. И вот я снова пришла к врачу. Последнее время хожу к нему каждые 7 дней. Сколько недель? 37,5. Ну, то есть фактически у тебя доношенный срок получается. Доношенный. Что делать, если я начну урожать? Ты в любое время дня и ночи приезжаешь, соответственно, сюда в роддом. Я напишу бумажку, что согласовано. А какой шанс то, что будет кесарево? А если ты доходишь, мы тебя планово положим, и ничего не будет получаться, ну, тогда жизнь покажет. Тогда возможно, да. Будет что-нибудь смущать про оперирование, так что ж, за этим ты не заржавеет. Я боюсь кесарева, боюсь боли, боюсь осложнений. Ты будешь после этого, спать, если кесарева. Вообще на весь живот. Боишься вообще всего, что будет происходить вообще и во время родов, и после родов. 40 недель уносила. Прошло еще 3 недели, и моя Мишель все еще не хочет появляться на свет. Ходить с огромным животом тяжело, ничего не радует. Мама так и не дала согласия на свадьбу с Артуром. И меня накрыли мысли о том, Артур что я зря забеременела. Семьи нет, своих денег нет. В смысле зря? Как семьи нет? Семья есть, шикарная прям. Я вот сижу, думаю, боже, как мне не повезло-то, а? Такой пример прям. Всем бы такую. Жизнь не устроена. Не могу перестать думать об этом. В последнее время мысль не покидает то, что вообще рано забеременела. Ну, Алька, ну это уже не исправишь, во-первых. Не исправишь. Это наше счастье. Какое наша счастье? Богиня наша. Угу. Вместе справимся. Я вообще ребенку дать не смогу. Да все мы дадим, Алин. Если я не отучилась, значит, ребенок отучится. Ничего страшного, я тоже не отучилась, ничего, жила. Ну, смотри, а ты тоже не отучилась, человеком стала. Но покушать и есть. Вообще я никак не воспитаю.
Ты надеешься на мужиков, не надо на него надеяться. О, вот это вот все пошла прямо эта схема. Мужики все козлы, на мужиков надеяться нельзя. Вот прям обожаю. Как эти все установки в голову вбиваются прям. Мы без мужиков справимся. И вот... Надо на себя надеяться. Родишь, в садик отправим и пойдешь работать. Или отучишься каким-нибудь курсом и пойдешь по профессии. Смотри, какое там чудо наше. Может, аборт? Какой такой аборт? Таких абортов нет. Да, с умом у нее проблемы. Слушай, она к тебе не напрашивалась. Она к тебе сама туда не залезла. Была бы возможность бы все, блин, перевернуть. Я бы, наверное, вообще бы не беременела бы. Это у тебя отойдет. Ты когда ее увидишь, ты забудешь все на свете. Какой ужас. О, боже мой. В роддом я легла планово. Мне дали какую-то таблетку, и на утро я наконец что-то почувствовала. Схватки... Вот съемочной группе респекта. Понимаю, что съемочная группа там, наверное, оплачивает все эти УЗИ. Видно, как он на клинику ходит, там вот врачи. Это типа большой плюс, что тебе вот так вот это все делают. Были не сильные, и в час дня мне прокололи плодный пузырь. Стало больно. Лежать вообще было очень неприятно. Ближе к 8 вечера у меня уже начались сильные схватки. Посмотри на меня. Молодец. Еще давай. Долго, молодец. Схватки это такое ощущение, как будто, наверное, тебя каким-то ножом режут. У меня было ощущение, как будто у меня вообще поезд переехал напополам. И тут приехала мама. Это было очень хорошо, потому что мне нужна была поддержка. Врачи сказали, что я слишком слаба и могу не выдержать боли во время схваток. Нужно терпеть до полного раскрытия, а оно идет очень медленно. Поэтому решили делать эпидуральную анестезию. Это когда тебя обезболивающе в позвоночник вводят. Все, родили. Устала, бедненькая. Столько крови потеряла. Ну, просто устала. Но потом не могла глаз от меня отвести. Прям такая маленькая такая, все ее. Будь здорова, будь здорова. Господи, ты мой ангел. Сейчас папе твоему звоним. Сказать, какая большая девица. Артур, 3510-52 сантиметра. Хорошая. Смотри, такая. Смотри, вот Мишелька и наша. И по росту, и по весу принцесса. Прям. Ты в шоке? Когда видел дочь, ну, улыбнулся, у меня появилось чувство, что я отец. У меня нет ощущения то, что я мама, я не знаю, с чем это связано, но материнский инстинкт есть, инстинкт самосохранения ребенка, чтобы я его как-то оберегла от всего. Посмотрим, может быть, осознание себя мамой придет ко мне позже, когда приедем домой, и я смогу погрузиться в заботы о дочери. Я думаю, теперь наша жизнь должна полностью измениться. Ну, но утром следующего дня позвонила мама и рассказала, что дома ничего не поменялось. Артур! Опять на работу не пошел! Не Алина родила! Короче, вещи собирай, как договаривались. Устроишься на работу, месяц отработаешь, тогда придешь. А там как карта ляжет. Я знал, что она меня может выгнать, но она выгнала. Ну, я особо не расстроился. И он тут же, конечно, бросился мне звонить. Меня мама твоя выгнала. Алло, алло, Алин. А что, ты не в курсе, что случилось-то? А что? Твоя мамочка меня выгнала. Нормально, да? Да, потому что ты не работаешь. Ну, теперь ты не работаешь. Сначала, да и ты не будешь работать. Теперь ты не работаешь. Я один день не вышел, я не получил. Ну, а я что сделал? Ты, естественно, ничего не можешь сделать, Алина. Артур, давай, мне плохо. Мне было совсем не до этого. Больно. Я не могу ни сидеть, ни стоять. А тут он мне звонит и говорит, что его мама выгнала. А сам виноват. Не работаешь. Поскольку мы с Артуром так и не поженились, из роддома меня должна была забирать мама. Она восстановила свои родительские права и являлась моим законным представителем. А на выходе меня ждал настоящий сюрприз. Пришло столько народа, родственники, друзья, некоторых я больше года не видела. Живые цветы, тортики, подарки и Мишелька на руках у Артура. Мама, конечно, очень на него зла, но в конце концов, он же отец. Я бы, может, в будущем и хотела, чтобы они были вместе, только при том условии, если... Он будет нормальным, а не маменьким сынком. Будет работать и содержать дочку, и содержать свою дочку, и, ну, как бы семью, чтобы у них была семья. Наконец-то мы дома, и я могу показать Артуру нашу дочку во всей красе. Почегушка! Почегушка! Как всегда, мордочки, да, скажи, Корчин. Смотри, какие у нее уши. Вот какие-то эльфийские.
Так я тебе про это и говорю. Сиськи уши какие-то, да? Такие заостренные прям. Ну, радость была дикая. Прикольно, что косоглазие такой угрюмый гремлин. Мама Артура тоже выглядела счастливой. Конечно, хочется почискать, потрогать, посидеть, поболтать, целовать там, обнимать. Это моя кровь, мои гены. Да. В первую очередь хочу пожелать папе, чтобы начал уже взрослеть. Появилась ответственность за свою дочь. Ты сам рос без отца, и ты должен знать, что такое расти без папы. Ну и самое главное, чтобы ваша доченька была здоровой, счастливая, красивая. Чтобы ни в чем не нуждалась. Да? Бабушек тоже поздравляю. После праздника я надеялась, что Артур останется. Но мама настояла, чтобы он отправлялся к себе домой. Из-за чего тебя выгнали-то? Из-за того, что не работаю. Мама же тебя предупреждала, что так и будет. Ну да. В очередной раз мама права оказалась. Да я тоже Мёша, она то гонит меня, иди работай, то не иди работай, то обеспечивай ребенка. Она сама путается в мыслях. Это ж не ее мысли, это мысли ее мамы. Сама не училась и тебе не дала, а теперь что делать работать будем? Работать пойду сейчас. Ну когда? В ближайшее время. Работать и переезжать буду с Алиной. Ну ты думаешь, ее мама отпустит? Ну кто спрашивает? А за чей счет? Это вы так все время говорите. Безответственная. Никогда не думала, что быть мамой – это такая тяжелая работа. Но постепенно я набираюсь опыта. Подгузники меняю уже на автомате. Сама купаю, кормлю по часам, гуляю. Конечно, мама мне помогает, а вот Артур нет. Хотя ему и было сказано, что он может приезжать в любой день, когда захочет. За 2 недели он пришел всего раз. Такие у меня ручки маленькие, жесть. Что у тебя с лицом? Устала. Вечно недовольна. Ладно, попробуй не спать ночь. Я не высыпаюсь, кормлю ее постоянно. А у тебя помощи никакой. Попробую. Говорю, приезжай ко мне. У меня то же самое будет. Ну, у меня, Алин, там возможности хотя бы помогать будет, Алин. Что угу? Самая большая помощь будет, это если ты будешь деньги ей приносить. Алин, ты мне говоришь, работать, потом помогай, сиди с ней. Ты тебе прилично мне делать. Работай. Меня он уверял то, что он сразу найдет работу, будет помогать финансово. Но ничего не произошло. С ребенком он у себя никак не ведет. Ну, подержит на ручках там минуток 5. Посмотрит на нее. Чмокнет и все. Ни памперс не поменяет, ничего. Мама, конечно, все видит. И ее отношение к Артуру от этого не становится лучше. Я думаю, что вы с Артуром тоже, наверное, не сойдетесь. Так, чисто. Но работать он не хочет. Ну, работать, да. Ты хочешь его содержать? Я не хочу. Я хочу, чтобы меня содержали. Вот, я тем более не могу его содержать. Не хочу. Я его уже насодержала. Ты любишь его? На данный момент люблю. Дальше я не могу сказать, что будет. Я не знаю, что будет завтра. Ну, любовью с этим не будешь. И ребенка любовью не накормишь. Ты же хотела, чтобы он не работал. Ну, общайтесь там на стороне. Может, когда-нибудь в его голове что-нибудь появится. Я ему не верю. За 3 года он ничего не сделал. А думаешь, потом сделает что-то? Я сомневаюсь. Я попытаюсь сделать все, чтобы Алина его забыла. А где же эта любовь до гроба? Вначале ты что там? Не работай, будь со мной. Мишельке скоро месяц, и пора оформлять свидетельство о рождении. Опять красная коляска. А то, что была за коляска? А значит, надо решить, что написать. Блин, там другая коляска стояла. Может быть, это коляска, которая у мамы теперь? Типа, они когда с ребенком приходят, мама гуляет с этой коляской, а там еще коляска. Я же вообще не въехал про коляску. Писать в графе «отец». Аль, ну что мы решаем? Наша? Маркелова? Фамилию, да. А что не хочешь его фамилию дать? Ну, у нас не был договор. Не будет работать без его фамилии. Умничка, неужели ты поняла у меня? Какая ты мне молодец. Надо? Ну, будем давать Артуровна, да? Ну, да. Хотя я бы тебе предложила либо папину дать, либо это Колину. Все-таки пусть хоть какая-то надежда будет. У него, да? Стремление. Да. Ну, давай, да. С моей стороны, я не хочу записывать ребенка на его фамилию, потому что Алина будет мать-одиночкой, хотя бы какую-то копейку от государства получит. А от него что? Его мама будет давать и попрекать? Мы оформили свидетельство на следующий день. И тут неожиданно позвонил Артур. Сказал, что хочет со мной поговорить. И пока мама гуляла с Мишель, мы встретились у подъезда. Че, когда мы документы примем, делать свидетельство? Свидетельство? Как я уже сделала свидетельство. Фамилия моя? Нет. У нас же был договор, что если ты будешь работать... Ну, а когда начнешь работать, придется ребенка мучить, ходить по судам, Алина? И какие это суды? Это суды там не нужны. Ты просто приходишь в ЗАГС и подписываешь документы. Ну, я удочеряю. Что ты принимаешь отцовство. Я удочеряю, да. Ну, какая разница? Ну, ты знаешь, отец же.
Отчество-то твое. Артуров много, Алина, напоминается. Что смеешься? Ничего. То есть отцовство у меня не подтверждено, да? Нет, я пока мать-одиночка. Если Артур не может обеспечить ребенка, то смысл мне тогда вписывать? Чтобы потом больше разбираться с элементами? Я вообще не хочу на него, там, например, даже на алименты подавать, потому что смысл. Если он не работает, откуда у меня будет деньги давать? Что грустный такой? Что случилось? Сейчас у Алины был. В отцовство меня вписали, короче. Отчество только дали мое. Ну, хоть отчество вписали. Тогда прикинь, короче... Ну, радуйся. Шикарные отношения просто. Мне отчество хотели Колину дать. Тебе вообще ребенок-то самому нужен? Конечно. Ну, что я тебе могу сказать? Знаешь, будем делать через суд. Не хотят они по-хорошему. Тебе надо устраиваться на работу. Пускай тогда мама обеспечивает Алину, а ты будешь конкретно обеспечивать своего ребенка. Я считаю, что она не заслужила вообще вот этого всего, чтобы ты для нее что-то старался делать. Я буду стараться дальше ухватиться за какую-то... Решили, что будем через суд тогда все делать? Посмотрим, мама, еще не время. Ну что значит не время? Когда она в школу пойдет? Так может стабилизироваться все-таки. Ты сейчас сразу нападаешь. Ничего у тебя не стабилизируется. Ну, зная Свету, ничего не, она не даст ей ничего хорошо, сделать. Посмотрим. Но я, во-первых, не позволю, чтобы он ребенка не видел. Я все равно приложу все усилия. И будет он ее, пускай будет через суд забирать на сколько-то дней, на выходные, как там какие сейчас положено. Отношения. Ребенок должен знать своего отца. Просто чудо. А вспомните начало, ой, любовь до гроба. Прошло еще 2 месяца. В суд меня никто не вызывал, и в нашей жизни ничего не поменялось, кроме одного. Я наконец-то почувствовала себя мамой. Сейчас даже вспомнить странно, что я не хотела брать Мишель на руки после родов. Конечно, я устаю, времени на себя почти не остается, но я не жалуюсь. Мне нравится заниматься дочкой, смотреть, как она меняется с каждым днем. В мой 17-й день рождения к нам пришли гости, тетя Алена и ее мама. Я в детстве ее своей второй бабушкой называла. Ангелочек, ты всегда Ангелиной для меня была и будешь Ангелиной. Вот тебе... цветочек. Он будет долго стоять. А вот тебе для начала. Пусть будет маленький капитанчик. Начинай с помелочам, съешь, у тебя все будет. Спасибо. Обязательно, солнце мое дорогое. Дотя, давай я тоже тебе отдам подарочек. Это тебе на будущее, знаешь, на какое. Угу. Чтобы оно у тебя было всегда светлым. Люблю тебя. Все, люблю. Давайте за дочечку нашу, за наш цветочек. Я так тебя люблю больше жизни. Так благодарна за вот эту богиню маленькую. Ты у меня богиня была, думала всю жизнь. Оказывается, что еще есть одна. А жених-то где наш? Он придет, Алиш? Не знаю. Кажется, мы кого ждали, тот и пришел. Да, наверное. С днем рождения. Красота какая. Ты хоть встань, пожалуйста. Хоть встань. Хотел пожелать тебе всего самого наилучшего. Я сегодня подготовил для тебя подарок, который кому-то не понравится. Но тебе он точно понравится. Я уверен, ты давно этого хотела. Сейчас что-то будет прям интересно. Бля, предложение хочешь сделать, да? Я-то знаю. Я-то знаю. Ты веришь за меня? Нет. Ты веришь за меня? Нет. Сама не верю, что я это сказала. Так ждала, так хотела, мечтала о свадьбе. И все-таки нет. Даже если мне пришлось бы еще раз это повторить. Алина, ну раз... А ты был так уверен, что ей понравится, да? Так в жизни бывает. И так можно? Я думаю, ты поменяешь мнение, и мы поменяет, поженимся. Если ты сделаешь все. Я уже работаю. Пока мы не видели. Но вы этого не должны делать. Ну, подожди, пусть они немножко попробуют поговорить сами между собой. Алин, я считаю, что предложение было грамотным, хорошим, и вот стоит и нужно принять. У вас общий ребенок. О, эти вот это великие, эти советчики, это вот. Ты что, ну это, когда делать предложение, отказываться нельзя, то грех. У вас строится семья. Безумно надеюсь и рассчитываю, что, конечно, у Алины включатся мозги, и она постарается максимально самостоятельно построить свою жизнь, свою семью, чтобы ребенок немножко жил в других условиях и по другим каким-то понятиям, наверное. Алин, давай ты будешь сама думать своей головой и сама отвечать за свои поступки и действия. Она пока, не видела, что он работает. Он 24 на 7. Ей к нему на работу сходить? Причем, да. Ну, сходит. Он нас уже обманывал. Миллиард раз. Ладно, я пойду. Все хорошо. Давай, пока. Артур, все наладится. Я надеюсь на то, что она повзрослеет и не будет слушать маму. Это все, на что я надеюсь. Вы меня поражаете, девушка. Да, такая я оказалась, представляешь? Свет, ну ты не даешь человеку сказать. Я это переживаю. Да не кричи ты, я рядом с тобой сижу. Я не хочу, чтобы она переживала. То же самое, что и я. Свет, слышь, Свет, ты давай не перебирай свою жизнь и ее. Сейчас начнут махаться.
О чем тут прошлое? Вот не будет пока. Пусть Алина сама решит. Что вы ей накручиваете тоже? Хорошо, что ты не накручиваешь. Потому что я мама ее. Пипец, а мы чужие люди. Ну, так-то да. Да нет, дорогая моя. Вы можете просто сказать свое мнение, а мы дома сами решим. Алин, пожалуйста, не надо слушать сейчас ни ее, ни меня, ни кого-либо. Слушай себя, пожалуйста. Хорошо? И делай выводы по факту. Если тебе этот человек устраивает и нравится, значит, вперед. Это твои, да, шишки. Тебе их набивать. Да, я мечтала о семье. Но сейчас я не готова создавать ее с Артуром. Он называет Мишель своей дочкой, но за 3 месяца держал ее на руках 2 раза. Он сделал мне предложение, но до этого неделями не отвечал на мои СМС. Он говорит, что нашел работу, но где гарантия, что через день-два он не бросит ее, как бросал все предыдущие? Я ему больше не доверяю. Если бы я его не знала, тогда, может, я бы сказала бы совсем типа все по-другому. Но так как я это вижу, то, что ему, видимо, это не нужно. А может, они купили ту коляску и потом передумали и вернули ее обратно? Хрен его знает. Я не чувствую ни поддержки, ни заботы, ничего. Поэтому я не хочу. Со всеми трудностями я буду справляться сама. Знаю, что мама всегда поможет, но ответственность теперь на мне. И она очень большая. К чему мы дошли? Нахрен, мужики? Я буду справляться сама, и вот нас добро пожаловать, новая мать-одиночка. Только за себя, но и за мою Мишель. О, я хочу посоветовать девочкам, которые оказались в такой же ситуации, чтобы они подумали лучше, нужен ли им ребенок или нет, готовы ли они к этому. Ну вот и все. Вот такой, блин, ну трешовый выпуск, согласитесь, ну прям. Я уже хуже снимаю уже лет реакции, ну прям, ну удивили так удивили, ну. Без слов просто. Ну, пришли по факту к тому, чему я и говорил. То есть я не удивлен. 2 сапога пара по-своему. С радостью прочитаю ваше мнение. Как вам выпуск? Если вам понравился, то, я думаю, лайк Ченда точно порадует под видео. И увидимся уже в новых выпусках «Беременная в 16». Всем пока.